Хорошо, приветик. Мы на кухне. За окном у нас холодно сегодня. Дождь и прям холодно. Где-то снег выпал. И мы захотели под шубу. Ну, под шубу не придется. Решили сделать салат под шубой. Вот и потянула на такие салаты уже все. Салат у меня рецепт классический. Даже, ну, самый простой. Вот. Что в него входит? Свекла отварная, яйца я добавляю отварные, картофель, луковица салатная, морковь, ну и, конечно же, сама селедка. Это вот самый классический вариант этого салата. Майонез еще. А вы потом в комментариях напишите, пожалуйста, по каким рецептам вы делаете такой салат. Потому что я знаю, что их очень много. Но мы выросли на таком, такое делаем. Ну все, сейчас быстро порежем все. Я почистить почистила, все приготовила. Осталось порезать. Опять у нас будет оно прослоенное. Кое-что будем резать, кое-что тереть на терке. Кстати, достать надо. Так что будем делать салатик. Так, я одну картофелину разрезала, а там внутри она, это, сегодня купили. Она, знаю, что вкусная очень, но вот иногда внутри попадается пустота. Иногда я тру ее тоже на терке, иногда режу, ну, как захочется. Вот, сейчас я порежу. Первый слой у нас будет картофель, потом рыба. Ну вот я порезала, не мелко, не крупно, так среднее. Я порезала 3 картофелины. В принципе, можно, вот какого размера я варила, отваривала картофель, можно 2 даже. Но я чуть-чуть 3. Сейчас майонезом смажем. Я когда варю овощи, немного их подсаливаю. Поэтому опять я не солю салат. Еще один, потому что слой толстый получился. Ой, мне кажется, любой вариант этого салата будет великолепен. Любой. Вкусный. Картофель тут пропитался хорошо. Кушать все равно завтра будем. Сегодня уже поздно. Может, разрежем попозже показать? Конечно. Ага, конечно, раз разрежем, будем кушать, да? Надо. Нет, ну почему? Ну разрежем. Ну разрежем. А раз разрезаны, надо же куда-то деть. Съесть, да? Видно будет. Что нам ужин покажет? Ой, ужин у нас вкусный был. Давай, все. Сейчас будем резать рыбу. На другой доске, естественно, резать. Так, наверное. Она немножко будет стучать, стеклянная. На деревянной не люблю резать. Запах впитывает. Пластик тоже. Хотя вот эта доска написана, что не впитывает, но я на ней не режу рыбу. Ну, такими мелкими кусочками. Можно даже вот покрупнее, чтобы она ощущалась. А то иногда вот бывает, что купишь этот салат где-нибудь, а рыбы-то там и нету. Они говорят, есть. Я говорю, нету рыбы, ни одной не попалось. Вообще в хорошем таком варианте 2 селедки хорошо. Когда вот на праздник, если я делаю, я более высокий его делаю и с 2 этими селедками.
ты покажи рыбу-то. Ну, я показываю. Откуда я знаю, ты показываешь или нет? Ладно, это у нас, ну, все же по-домашнему, да? Ну, вот в лучшем варианте всегда бы полторы селедки я положила, чтобы прям вообще вот пробела не было. Сейчас порежем лучок и потом уже майонезом смажем снова. Ну, лук мелко покрошим. Сейчас. Кто, кому как нравится. Кто-то его маринует. И я не хочу. В принципе, у меня есть бальзамический уксус. В нем классно вообще маринует. Что? Вот. Но я не хочу. Вот так вот, меленько. Меленько, примеленько. Я порезала половину луковицы. Этого достаточно. Не лук же нам один жевать. Сейчас из этого выдавим весь. Помочь? Нет. У меня есть еще такого-то добра. Хорошая хозяйка всегда должна про запас. У меня еще в холодильнике есть. Никогда столько не было майонеза в жизни. Сеточку я делаю в основном, когда все трется. Потому что вот такие вот резанные не всегда пропитывают. А вот когда все на терке трется, какой-либо салат, то да, там все сеточка. Ну, достаточно, я думаю. Так. Дальше мы будем тереть яйцо. Многие делают без яиц, я слышала. Но мы всегда добавляем яйца. Не знаю, нравится. Некоторые даже, кто у меня в первый раз ел, и я говорю, что там было яйцо. Яйцо? И удивляются. Даже, говорит, не почувствовал. Ну, в общем, добавляю. Можно помельче потереть, но я на крупной терке тру. Я, кстати, делала там, по-моему, уже салат. Не знаю, так или не так. Еще в бийске. Я просто постепенно хочу удалить многие видео, которые вот действительно было совсем плохо слышно. Вот. В принципе, все так делают. Ну и все, потерли, сейчас положим. Так, ну вот все потерли мы. Сейчас промажем майонезом. Ой, вкуснятинка прям. Наверное, все любят такой салат под шубой. Ты любишь? На весь экран. Конечно, люблю. Я все люблю, что ты готовишь. Ну, а то за 30 лет скоро уже будет. Так. Дальше мы будем тереть на терке морковь. Крупный, да? Да, тоже на крупном делаю. У меня есть помельче она. На другом. Это хозяйская терка. На моей, на мельче. Потерла я одну морковь на крупной и одну на мелкой. Так, эксперимент. Можно все резать, конечно. Ну, ты оставил мою. Это не надо. Надо мне. Понятно.
удобно с кольцом с этой делать. Ну, естественно. Так. Теперь последний штрих. Нет, не последний. Я буду тереть на своей терке помельче сверху. Вот, потерли мы, положили слой, уложили. Сейчас мы его смажем тоже. Ах, цвет такой мне нравится. Прям вообще, когда смешиваешь свеклу с майонезом, красиво. Будто сметана со свишней. Ну, кому что. А у меня вот салат под шубу. Немножко с краешку здесь. Вот так. Ну, все, пока выключу. Сейчас потом. Все, мы сделали салатик, то есть приготовили. Вот у нас получилось. Вот такой вот. 5 солнышков от Натки Солнца для моих друзей. Ну и для всех гостей канала. Ничего заумного, ничего. Все просто, по-домашнему. Я не какой-то там кулинар. Как могу, так и сделаю. На что фантазии хватило. Вот. Спасибо всем большое, кто приходит к нам и на кулинарию, и на прогулки. Я что-то нагулялась вчера, сегодня хриплю, хотя тепло было. Вот. Огромное спасибо все, кто пишет мне комментарии. Ну, в общем, всем вам благодарна. Всем тепла, солнышка и улыбок. Всем пока. Ну все, сняли мы кольцо с нашего, хотел сказать, пирога, с нашего салата. Всю форму он держит. Ну, чего-то, знаете, кушать не хочется уже, нам уже поздно. Поужинали, и резать мы сегодня его не хотим. Когда без кольца делала такой этот салат, то я бока обмазывала вот свеклой с майонезом, то есть закрывала вот эти вот, не было видно этих слоев, сейчас их вот видно, в принципе все видно. Да, рыбки можно было бы и побольше, наверное. Ну а так общий вид вот такой. Всем приятного аппетита и вкусных салатиков. Скоро Новый год, ребята! Всем пока!